Причины крупного пожара выясняют в столице Казахстана. Горел небоскреб, который после завершения строительства должен стать самым высоким в Центральной Азии. Огнем были охвачены сразу 15 этажей. По словам очевидцев, прогремели несколько взрывов. Из здания эвакуировали около 150 человек. Никто не пострадал. По предварительной версии, из-за дизельных тепловых установок вспыхнули брезентовые пологи и деревянные строительные конструкции. По ним пламя распространилось по огромной площади в считанные минуты.